Итак, я собрал вас здесь не просто так. Нам поступила информация о том, что профессор Аиси заключил тайную сделку с правительством Иншайр, а именно с Сергеем Волкером. Более того, украинская разведка получила следующую видеозапись. Внимание на экран. Как и договаривались, 5 часов хронометража на канале «Просто Сахарок». Теперь ваша часть сделки. На этом хеликерриер, миллион товара, или как вы это называете, 1% со склада Сахара. Отлично. Было приятно иметь с вами дело. Как вы могли видеть, профессору Раисе наплевать на нас. Ему наплевать на Украину! Все, что его заботит, это сахар! Что вы об этом думаете, Польша? Последнее время ты ведешь себя как мудак. Мне противно с тобой разговаривать, иди нахрен. Микола? Паша, ты зразумеешь, что профессор Аисия выкручивается как может? Ему нужно улучшить дипломатические отношения с Иншайр, чтобы получить чуть больше безопасности. Атлантический Коминтерн окружен врагами со всех сторон, и при атаке со стороны Коскова КП попадет под удар первый. Вот он и решил заручиться поддержкой сил НР. А для этого он решил начать с улучшения экономических отношений. И вообще, не только же с Украиной и Кос ему торговать. Я все. Михаил? Фу, барыга! Продал канал пацанам за товар! Все, я устраиваю одиночный пикет в центре Сахаринска! Свергнуть барыгу и Роскомнадзор! Мы здесь, власть! Свободу народу! Абсолютный гипер, блядь, бомб!